Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу интересную идею о том, как можно сделать светильник на солнечном элементе и светодиоде, который будет сам автоматически включаться при наступлении темноты и автоматически отключаться при наступлении дня. Итак, нам для этого нужно солнечный элемент 5,5 вольт, 90 мА, у меня размер 65 на 65 мм. Светодиод 3 вольта 1 ватт. Резисторы LT3 для ограничения тока можно взять 1 на 3,3 Ом, у меня нет, поэтому я взял 3 на 10 Ом, соединил их параллельно. Резистор на 50 кОм, один диод, кнопочка, силикон, нужен вот такой вот транзистор IRF7832. Его и его аналоги я укажу в описании под видео. В качестве корпуса будем использовать такую вот коробочку. Нужен аккумулятор на 3,7 вольта и коробочка для аккумулятора. По бокам сделаю отверстие для крепежных болтов. Теперь буду собирать все элементы вместе, но перед этим посмотрите электрическую схему. Я спаял все вот таким вот образом, где удобно установил термоусадку для изоляции дополнительной. Теперь необходимо клеевым пистолетом заизолировать остальные части, засунуть все внутрь, собрать и проверить, как работает. Кстати, я решил эту кнопочку выключатель не ставить и буду применять это устройство как дворовой светильник на даче. В начале сборки с помощью силикона я закреплю светодиод таким образом, чтобы он светил отверстие. Это именно тот случай, когда силикона много не бывает. Жалеть его не нужно. Вот такое устройство у меня получилось. Все возможные отверстия для того, чтобы влага не попала, я засиликонил. Когда силикон застынет, и если вдруг что-то сломается внутри, то он легко снимается. Потом опять можно замазать силиконом. А вообще, вот в таком вот виде, автономном, это устройство может работать до 3 лет. Ну и проверим, как оно работает. Если вдруг наступает ночь, день, ночь, день, ночь, день, ночь, день. Кстати, такой светодиод светит достаточно ярко. Вот такое устройство у меня получилось. Когда наступает ночь, светодиод загорается, когда день, он гаснет и начинает заряжаться аккумулятор. Итак, друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных поделок и экспериментов. До новых встреч!